на горе находится, и мы сейчас пытаемся до нее доехать. Сюэт – это самые новые части Гранады, это просто районы, обыкновенные современные районы. Никакой древности в них, естественно, еще не... Или гранит. Вот посмотрите, скоро мы будем здесь, это наш отель. Вот это отель? Да, это наш отель. Но в него мы приедем. Речка, видишь, которая... Вот сейчас получше видна речка, так называемая Хэни. На самом деле она бывает намного выше, я ее видела намного более полной, видимо, просто момент у нее сейчас такой депрессивный. Ну да. А вдруг поднимется? На этой вырезке прыгать, а не высаживать. Врачи, вот так. Угу. Что одну написать? Стой, вот, как раз спрашиваю. Альгамбра. Дворцы Альгамбра. Карлос V. Почему? Потому что так как он был Габсбургской династии Австрии, в Австрии он был пятым. Но в Испании он был первым Карлосом. Поэтому лучше о нем говорить как о первом, потому что мы уже будем встречать второго, третьего. Так вот, Карлос I вот этот дворец велел построить для себя и для своей жены, чтобы жить вот окруженным таким мусульманским королевством. Но приехал сюда, увидел, вот уже на такой стадии этот дворец, и он ему совсем не понравился. Это 16 век, и это стиль барокко, который вообще не вписывается в то, что мы сейчас с вами видим, в мусульманском году. Ему это не понравилось, но все-таки понравилось. Я говорю, что только вот так вот. Становились вот здесь, читали стихи, рассказывали истории, разные легенды, вот про эти дворцы, даже пели, танцевали и так далее. А танцы на Ралифе, где мы будем потом, располагается вторая часть фестиваля, это танцы, балетные танцы, разные классические, современные, фламенко и так далее. А, в принципе, здесь видно больше видимо. На что вот стоит стекло, перед которым стоит небольшая оборудование? Каждый один билет. Тамара Александровна.
Можно вообще вот сюда сесть? Все, дочь от Гарри. Так, заходим. Праздничный дворец, где устраивались все праздники и торжественные мероприятия. И также есть более политический зал. Политика, суд и так далее, все вместе. Так вот это судебный бывший зал, который потом, после католической королевы, превратился в небольшую часовню, небольшую церквушку. Здесь был наверху хор, здесь был алтарь. Тут же они вывели сюда свой знак католических королей. Это знак католических королей, это знак 15 века, когда они отвоевали Гранаду. И, естественно, вот эти потолки, они реставрированы, но это очень типично для мусульманской архитектуры дерево. Дерево и деревянные потолки. Здесь мы уже встречаемся с вами со всеми элементами, которые будем видеть на протяжении всей нашей экскурсии. Это не самый красивый зал, это не самый яркий представитель всего, потому что все вот это, например, не перекрашено, это еще остались краски. На юге мы постоянно будем с этим встречаться. Будь это сейчас, будь это тогда, здесь все одевает форму, деревянную форму. Мы с такими узорами, деревянные, они были сделаны, ручная была работа, были вот такие. Форма очень вливалась сюда, и когда уже камень становился твердый, уже собирали просто по бетон, по большим кусочкам, собирали все вот эти, этот орнаментаж. Это чисто декоративная функция, но очень крепкий, как очень стойкий материал. Эти мусульманской арки, арки на колоннах, сейчас мы это тоже будем встречать, но это все реставрация. То есть это не то, что новое сделано, это сами те же самые вот эти, этот материал. Дело в том, что узоры. Драгоценными вазами и так далее. Всего этого не осталось, потому что Наполеон, когда назвал Испанию в 19 веке, он практически все Англию разрушил. То, что осталось, это осталось после Наполеона. До Наполеона было намного больше, что смотреть, и тем более он разукрал все. То есть он ограбил Аламбру, практически все драгоценности он отсюда унес. Сейчас во французских музеях, в других музеях хранятся очень многие драгоценности. Еще очень характерны вот такие арочки, которые поддерживаются на колоннах. Это типичная мусульманская структура, арабская. Примица жена, это была жена, которая дарила первого сына, первого наследника, и все остальные были обыкновенные жены. На самом деле им нельзя было иметь больше 4
трех официальных дел. Хотя имелось по 11, по 12, потому что со временем уже тоже превращаемся в так называемых дел. На самом деле, чем больше жен, тем больше благоверных, тем больше люди думали, что в баба. Потому что все это надо содержать, надо поддерживать на пункте. Еще раз здание, и оно кажется еще более величественным, еще более большим, чем на самом деле. И когда совсем не вечная погода, и очень жарко, вода полностью стоит, как зеркало буквально отражается и этот фасад здания. И на самом деле получается намного более впечатляющая панорама. Если даже приходится прикрыть немножечко самоотражение, уже где-то теряет величественность вот это здание. Разных сортов дерева и строить между собой вот такие цветные узоры. Это все было разукрашено, краска начинает уже спадать, давно уже стала спадать. Вот, все это эстук, все это геометрические узоры, но если обратите внимание, вот на эти слова. Даже если не знать арабского языка, я по-арабски не говорю, но можно обратить внимание, что это одно и то же слово на самом деле. Написано, и они читают к тому же наоборот. Написано «Аллах». Вот это означает «Аллах». Вот это тоже письменность арабская, но она очень древняя, слишком древняя. Ее уже никто читать не умеет и расшифровать никто не может. Но это самый настоящий сейчас арабский язык, и все знают, что это написано «Аллах». Всегда, практически все арабские строительства оберегаются. Вот как мы в готике встречали гаргул, в барокко встречаем очень часто ангелов, они оберегают именно именем своего Бога. Именем своего Бога это может вот так вокруг всего здания быть написано постоянно «Аллах». И так как это дворец султана, про султана тоже вот ники. В центре, в самом центре вот здесь сидел сам султан. И вокруг уже сидели все остальные. Почему он сидел в центре? Кроме того, что он султан, должен сидеть посередине. Прямо напротив, внимание моего дорога, выходу и к входу. Но дело в том, что всегда подходили очень осторожно, как бы не обидеть, все сделать правильно. Они сначала ничего не видели, только вот такой грозный силуэт султана. А сам султан уже сидел и все видел. Видел их лица, видел их глаза, их поведение. И как только они подходили уже поближе, знакомились с самим человеком, а не с таким силуэтом. Но если вот сейчас уже темновато и немножечко такие сумраки, представьте, когда все эти окна были покрыты цветными витражами. И здесь создавалось вот такое волшебное ощущение, потому что лучи солнца, когда били снаружи, здесь везде вот танцевали цветные разные узоры, на самом деле, в воздухе. И получалось сейчас... Изумительно, конечно. Вот прямо напротив, это зал,
В этом месте любые были на реставрацию. Да, Саня Ангелева красава. Женщин не пускали, ни в коем случае на день праздника. Только на обидели мужчины и больше никто. А потом осторожно подошли к ней женщины. Но своей жены, с они видели, как все ходят, как все идут сюда и как. Но они, конечно, не участвуют в этом. Которая связана с той же самой легендой. Но здесь, вот в этом зале, я сейчас вам все это рассказываю здесь, потому что дальше мне не разрешают ходить. У дерева какого-то. Это, конечно, преступление страшнейшее. Действительно, очень строго должно было быть наказано. Но так как было темно, была ночь. Он не заметил само лицо мужчины. Он не знает, кто конкретно, что это за был мужчина. Но династии... У каждой династии была определенная одежда, определенного цвета пояс, или определенного цвета шапка, или определенная вот эта накидка. И он увидел, какой династии принадлежит этот мужчина. То есть он увидел одежду, потом проинформировался, узнал, что это за династия. И на следующий день пригласил к себе всех мужчин, 300 мужчин вот этой династии. Тут же. И вот таким образом в течение нескольких часов он истребил целую династию. Так как мужчин больше в этой династии не осталось, эта династия со временем исчезла. Женщины все умерли, эта династия исчезла. Таким образом он наказал сначала династию за то, что кто-то посмел его так оскорбить. Ну и, естественно, последняя жертва была его жена, которую он тоже отрубил голову. Но, говорят, даже сын, который рос дальше, он очень уже стал сомневаться, это его сын или не его сын, но с этим уже поделать ничего не мог, это стал следующий султан, его он не убил. А с этой стороны это просто небольшой зал, он называется теперь уже зал двух сестер, но все названия залов это современные названия, то есть это не арабские. Я тут все головы складываю. Да. Это кровь типа. Как в Ватикане, да? Остался тот же самый. Город Гранада. Это Капитальный собор. А вот это район. А вот это получается два года. Да. Нет, собор только один. Прямо напротив. А там школа, конечно. А там тоже выше школа. Город Гранада. Вот.
Тань. Оставили. Вот этот мне нравится. Кусты, как же они называются? Да, ну еще и запах. Видишь, как подстричь, ты посмотри. Сейчас в сады пойдем. Не очень крупная, но красивая. Смотри, как можно на даче сделать. Да. Только камни. Хоть кусочек. Эти вот камни продаются. Можно кусочек сделать. Да. Современными людьми, но вот эта дикость, она осталась, да, которая была характерной, присущей именно мусульманской природе. И после этого мы уже выйдем и пойдем домой. Просто сделаем прогулочку по садам. Почему вот этот дворец назывался летним? Он уровнем выше, чуть выше. И там всегда ветрено, и всегда прохладно. И поэтому летом там прохладнее, чем здесь. Но мы пойдем по дороге пешком, да? А они пешком не ходили, они на конях, просто отсюда туда, по короче дороге. На самом деле, это кажется, там далеко, а мы опять дойдем и уже откуда. Продолбленные ступени, даже вмятины остались, вторые. Это самшит, наподобие. О, нет! Я даже с узором сделала. О, какая рыба! Огромная! Все? Пойдем. Да. Осторожней. Не дай. Типа маргариты, но очень большие. Какая красавица. Отвечай. Посадили сейчас. Снимай. Вон пошли наши. Что-то мы отстали. Идем, 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 ид
Красивый. О, лавр. Лавровый лист. Подрезан как интересно. По вкусу чем они отличаются? Кислые? Они очень кислые, горькие, они очень жесткие, никогда не становятся. Вот это маленькое, это не хвостик, это тоже листик. Это тоже листик. У нормального апельсина точно вот такой листик, да? А вот здесь еще второй маленький листик. Вот этим мы... А это не лень, наверное. Смотри, Олег, как у нас на даче. Вот такой же. Красиво. Чтобы они здесь проводили время только лишь летом, на самом деле. Летнее – это означает для отдыха, для времяпровождения. Здесь они принимали своих друзей, более вечеринки, не торжественные какие-то случаи, а более просто спокойные встречи, друзья, родственники. Написано табличка. Дерево больше снимешься. Срежем. Что? Нет, не надо. Ну я же... Вот и есть. Так, хорошо. Они перевелись. Мы приедем, встретимся с ними. Пойдем на обзорную, завтра пообедаем чуть попозже, более по-испански, где-то к 3 мы пообедаем завтра с вами, в 3 где-то закончится наша экскурсия, потому что или потом будет...
экскурсия по кафедральному собору. Это третий самый большой кафедральный собор в мире и самый большой кафедральный собор по территории в самой Испании. И после этого с трех где-то до половины шестого у вас будет свободное время приблизительно. То есть погулять, пообедать и так далее. Вот посмотрите, значит, мы сейчас через этот мост переезжаем. Видите, идем налево, вот с левой стороны наш отель. Соответственно, вы справа с отеля выходите. И если стоять спиной к отелю, идете налево. Да? Идете налево и переходите вот этот мост. И сейчас мы, когда развернемся, я вам покажу. Современные монастыри. О, выход. Отель сделали в монастыре в городе Гранада, где мы проведем ночь. Да. О. Здесь храм можно посетить. Здесь прохладно, поэтому они ходят. Рецепшн. Сейчас наша гостиница.
Фаза новая. Выехали из Гранады и едем в Севилью. Очень красивый, содержит кафедральный собор в этой части города. Эта часть города славится больше древностью, больше историей. А вторая часть города, из которой тоже видно очень много башен кафедральных и усыпальниц и так далее, но постоянно, потому что это именно типичный цвет и оттенок Севильи. А вот это здание, это просто коммерческий центр, просто даже в нем есть какое-то мусульманское влияние. Это современное здание, построенное несколько. Есть вот такого желтистого цвета, но песок он всегда желтоватый, но здесь имеет очень своеобразный желтый цвет, который придает вот такую атмосферу теплую, вот очень теплая гамма цветов сопровождает Севилью, и климат сегодня с погодой нам не очень, видимо, повезло, ну а может и повезло, потому что могло бы быть очень жарко на самом деле, если не храм. Это римский храм, романская архитектура. И сейчас мы еще увидим часть акведукта. Акведукта. Но разные части просто от него остались, которые сейчас будем встречать. Впечатляющий, потому что здесь старый район очень красивый. Это да, старый район действительно великолепный. Но вся остальная Севилья уже достаточно современная. Ее перестраивали очень часто. И дома вот такие уже очень невзрачные. Мост 16 века, через который мы сейчас проезжаем, и нас сопровождает декорация барокко, вот такая нагроможденная орнаментажем. Конец 16-го, начало 17-го даже. Барокко более присущен 17 веку. Посвящены парки, улицы. Его здесь очень любят. Все наоборот с Веласкесом. Веласкес тоже родился в Севилье. Но он очень рано отсюда уехал. Уехал в Мадрид. И менял дома, жил. Которое вы видите с правой стороны, это табачная фабрика, на которой работала Кармен. Великая испанская Кармен работала вот на этой табачной фабрике тоже 17 века. Это 17 век строительства. И когда-то табачная фабрика была одним из самых богатых учреждений. Сейчас тоже табачная фабрика? Нет, сейчас это не табачная фабрика, сейчас это факультет университета Севильи. А какое дерево мощное. Магнолия. Просто посмотрите на Гвадалкивер, с которым мы сегодня не расстанемся, потому что в Кордобе тоже он или она, река, нас будет сопровождать. А на побережье этой реки стоит здание, которое называется Торре дель Оро, то есть Золотая башня. Здесь минут 20 пройдем просто вот вдоль
этого здания, вокруг этой площади, перейдем через мост, посмотрим немножечко на здание. Повторяю, что это не такое же древнее здание. Площадь Испании в Севилье. Куда все ушли? Вообще-то я заехал. Я даже никогда не видел. Здесь знак зодиака. Нет. Нет? Это не львы. Солнце. Львы? Один. А сколько? Нет, еще 5 минут, 7 минут. Вот гранат, я хочу около гранаты у нас не подвесить. Даже бы это все вырезать. Сюда прием. Thank you.
Колонна в честь открытия Колумба. Совсем недавно мне вот только что рассказывал наш гид, что упала самая большая тяжелая ветвь, вот а это детская школа. И, слава богу, не было никаких жертв, но как наказание дереву, и для того, чтобы больше оно вот таких, так для нас не пугало, вот, разрезали, обрезали все вот эти ветки, чтобы снова оно росло. Но это фикус. Это огромнейший фикус, которому больше 300 лет. И оставили за собой 4 синагоги. Все превратили тут же в церкви, разные маленькие храмы. И самое важное назвали Санта-Крус. Мы идем к еврейскому кварталу. Вот через трубы, которые даже видны с этой стороны, проходила вода по весь остальной город. И поэтому вот эта улица называлась улица воды. Может быть, не обещаю, потому что... Вот это одного семейства только, дом и сад. Обратите внимание, какая прелесть. Армянский. Нет, семейство. Потому что здесь тоже он прожил некоторое время своей жизни, а мемориальная доска именно в честь любви его к Испании. А жил он священников. Но как больница они в то время понимали больше как дом престарелых, чем больница. Почему? Потому что священники, когда они еще функционировали и работали при какой-то церкви, все было нормально, они жили там и так далее. Дело в том, что у священников не может быть семьи, у них не может быть жены, у них не может быть детей. Когда они старели, уже в церкви они жить не могли, потому что на эту церковь они уже не работали. И получалось так, что очень многие оставались бездомными людьми. Так вот, построился именно вот этот дом для них, где за ними ухаживали, здесь они жили последние годы своей жизни, и вот здесь они находились. Сейчас это уже не имеет такой функции, сейчас это зал выставок современного в основном искусства. Которая построила театр, которая не построила руками, она владела театром, причем театром комедии.
В основном всегда здесь проходили разные комедии, и на месте одного из этих зданий стоял очень большой для тех ребят театр имени Дони Эльмиры. И когда уже театр снесли, когда весь этот район разрушился, все-таки сохранили ее имя, но уже на площади. Там смерть. Почему она так называется? Потому что в древности, я вам уже рассказывала, что, конечно же, были отношения и любовь между разными религиями. Так вот, существовала такая любовь. Была такая женщина, ее звали Софья. Счастливые люди могут себе это позволить. Крепостная стена. Кафедральный собор. Эти вот типичные католические гаргулы, из которых серебряный дух. Здесь сочетание нескольких стилей. Архитектуре в католической никогда такой формы арок не бывает. И вот это типичный дворик квадратный с апельсинами, где кимии с водой посередине. Здесь два жизни, которые нас немножко могут определить. Во-первых, это мемориальная доска и серванская. Почему именно в Сибири? Потому что Сибирь в Сибири. Я в Сибири, здесь. Некоторые говорят, у него возродил одежду, но об этом мы поговорим еще дальше. Египетский царь, император, султан, который был влюблен в испанскую принцессу. Но Испания не хотела отдавать принцессу египетскому султану. А он постоянно ее добивался, и он говорит, что это потом не отправится в салон гость. Причем вот этот рот, который висит, он уже не будет. Спасибо.
вот эти. Алтарь. Времени их его собирают, разбирают каждый раз на святой неделе. Святая неделя – это неделя предыдущей Пасхи. Здесь вся неделя она посвятая, святая пятница, воскресенье Пасхи и святой понедельник. Всегда бывает. Так вот, в течение всей недели 50 лет святой Исидро. Например, 18 века. Но к нему мы подойдем попозже. Еще типичная структура церкви. Всегда хор и алтарь посередине церкви находятся. То есть алтарь, у которого проходит служба, и хор, который стоит позади. Пока что я вас ориентирую в структуре, а потом мы подойдем и разберем, что это такое. Но обратите внимание, что они практически посередине, в центре самого кафедрального собора. Я его там где-то надо не послушаю его. Какие органы? Часовые крещения. Потому что, естественно, действующий кафедральный собор действует как церковь с утра до 11, а с 11 до 5 действует как музей для посетителей, как музей. Но чем прославилась вот эта часовня, вот этой картиной? Она принадлежит Мурии, это самая большая. Она всегда принадлежала кафедральному собору. Всегда она висела. А в 1874 году, в один прекрасный день, когда открывается кафедральный собор, видят, что сама...